Стокгольме в самом разгаре последнее приготовление к концерту коллектива «Шиньюнь», ранее называемого «Divine Performing Arts». В прошлом году здесь, в театре «Сёкус», труппа уже дала 4 концерта, которые имели большой успех. Известный музыкант и дирижер Андерс Дженсен был на концерте в прошлом году, приведя туда много друзей-музыкантов. Я с нетерпением жду концерта, который состоится в этом году. Я был на концерте в прошлый раз и восхищаюсь исполнителями за их мастерство, красоту, а также за экзотическую внешность, которую они преподносят шведским зрителям. Андерс работает с музыкой с подросткового возраста, поставил много музыкальных представлений по всей Скандинавии. Я также под впечатлением от инструментов и музыкантов. С одной стороны, западные инструменты, такие как фортепиано, а с другой – китайские. Такой звук создает особенную атмосферу. По всей видимости, шведы проявляют большой интерес к китайской культуре. Во многих местных школах теперь есть возможность изучать китайский язык. Думаю, многих шведов привлекает китайская мудрость. У нас в Швеции нет такой древней истории и культуры. Как может быть что-то настолько высокого уровня? Как искусство могло бы быть настолько высоким и красивым тысячи лет тому назад? Концерт в Стокгольме намечен на среду. Ожидается присутствие премьер-министра. NTD, Стокгольм, Швеция.